господи, как же это красиво. Ну, сложно, конечно, здесь ходить. Это пиздец. Вот это слива, понимаешь, это переплодородная слива. Вот это оно, блядь. У меня нет большой груди. А вот, ну, даже не в этом дело. Чувствую себя пиздец колонизатором. Хуже Хармса. А вот у тебя денег, типа, в 10 раз меньше, чем у всех вокруг сесть. И думаешь, ну, пиздец, капитализм заебал. Привилегии заебали, все заебало. Вот, выглядишь как шлюха, как русская шлюха. Телефон потом всплывет где-нибудь. Бегущую строку можно организовать? Да, конечно, конечно. Показать фильм вовремя. Понимаете, такая ситуация. Половина актерского состава ёбнулась наглухо, блядь. Это очень многое говорит о творческом процессе сегодня. Надеюсь, не стану.